Уважаемые близнецы, всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга, и сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро-прогноз на неделю с 26 апреля по 2 мая включительно. Что ждет вас в этот замечательный весенний период? Напоминаю, что расклад общий, он подойдет и женщинам, и мужчинам, и тем, кто в паре, и тем, кто одинок. Надеюсь, что многие из вас, досмотрев это видео до конца, найдут для себя важную и полезную информацию, которая поможет вам разобраться со многими проблемами и что-то в своей жизни подкорректировать. Помните о том, что предупрежден, значит вооружен. Итак, сейчас вы традиционно можете загадать картам один вопрос желания. Вы на него получите ответ «да» или «нет», но в конце чтения основного расклада. Карта, которая останется на самом дне колоды и ответит на ваш заветный вопрос. Поэтому запаситесь терпением. Не забывайте о том, что расклад всего лишь один. По каждой карте я стараюсь давать максимум из того, что я вижу, а вы для себя берете только то, что подходит именно вам. Для тех, кто знает свой асцендент, смотрите этот таро-прогноз и по асценденту, и по солнечному знаку. Таким образом, у вас будет больше информации для анализа. Колода готова, и мы с вами можем начинать. Итак, ваша первая карта на начало этого периода. Уважаемые близнецы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. Ваш расклад начался с карты обороны. Карта семерка жезлов. Это карта горячая, и она говорит о том, что с кем-то у вас могут быть споры, конфликты, противостояния. У кого-то это то, что касается рабочей сферы, у кого-то это то, что касается личной жизни. Но иногда эта карта может показывать саму жизнь, которой вы противостоите и за что-то боретесь. Вы показаны как люди ярких убеждений. Вы яркие спорщики и всегда готовы отстаивать свое мнение и свои интересы. То есть вы не робкого десятка. Общий запас энергии неплохой, но у многих ваша энергия уходит на то, чтобы разрешить старые проблемы и те, что имеются в настоящем. То есть эта карта может показывать немножечко нервное эмоциональное напряжение. Может быть, это определенная группа лиц, людей, которые в отношении вас могут проявлять недовольство, и вы кого-то пытаетесь поставить на место. Давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели, что же войдет в вашу жизнь. И фоновой картой для вас выпала замечательная девятка пентаклей. Это карта финансовая. И она говорит о том, что многих из вас ждут хорошие доходы. Это довольство тем, что вы имеете. Поэтому даже если у кого-то ранее из вас были затруднения, проблемы с кредитами, у вас все это в этом периоде будет возможность выровнять. У кого-то появляется возможность увеличить свои доходы, то есть к вам могут поступать хорошие предложения. Вы сами в чем-то развиваетесь. Почему? Потому что многие из вас уже по этой карте достигли определенного уровня и уважения в обществе. Если меня смотрят семейные пары, то вашей парой может кто-то восхищаться. От вас в делах или в работе могут зависеть еще другие люди. Великолепная карта для дорог. В особенности делового характера, прекрасная карта для бартера, сделок и на близком, и на дальнем расстоянии. Эта карта также предполагает то, что помимо тех, кто может в отношении вас проявлять зависть, недовольство, есть также и дружба. Для кого-то из женщин эта карта может говорить о том, что несмотря на то, что вы способны зарабатывать самостоятельно, рядом с вами может быть мужчина, который готов проявить о вас заботу и поддержать вас финансово. Для кого-то из вас это возможность в этом периоде себя чем-то побаловать. И не только себя, но и своих близких. Давайте посмотрим, что ждет наши семейные пары в течение этой недели. Для вас выпала карта Королевы Пентаклей и карта Тройки Мечей. Если говорить о мужчинах, то все-таки в отношениях доминирует женщина. Она занимает лидерские позиции. Она приносит основные доходы в дом. Но где-то эта женщина вас и провоцирует на выяснение отношений. То есть в отношении вас может проявлять недовольство,
Почему? Потому что считают, что вы до нее не дотягиваете, скорее всего, финансово. Из-за этого могут быть нервы, из-за каких-то бытовых проблем. Но все-таки, с одной стороны, эта женщина вас ругает, с другой стороны, пытается сохранить, пытается помочь, пытается поддержать. Если говорить о мужчинах, то такое впечатление, что вы чувствуете себя как жертва или заложник ситуации в семье. Вы обижаетесь, вы просите, возможно, прощение у своей женщины, но такое впечатление, что она неумолима, но она просто хочет порядка, где-то даже дисциплины. Это некая педантичность всего того, что касается бытовых нужд и проблем, связанных с домом. Но прекрасная карта для женщин. Близнецов, она говорит о том, что вы хозяйки, вы прекрасные матери, вы будете успевать и дома, и на работе. Многие из вас действительно могут накопить. Я вижу, что вы бережно относитесь к тем деньгам, которые у вас есть. Вы хотите что-то менять в доме, в быту. От вас исходит основная инициатива, но с партнером выяснение отношений, потому что вы на него рассчитываете, когда вы желаемой помощи не получаете, начинаете нервничать. Но отношения в паре в любом случае сохраняются. Вы друг от друга никуда не денетесь, но исключительно для некоторых вот эта карта может говорить о том, что либо вы, либо ваш партнер может подозревать вас в изменах, потому что эта карта может еще предполагать наличие третьих лиц. Скорее всего, у кого-то здесь может быть и взаимная ревность, еще и по этому поводу у кого-то могут быть упреки. Ну, давайте теперь посмотрим, что ждет наших свободных близнецов и в вашей личной жизни, и в вашей рабочей деловой среде. Для вас выпала карта Туза мечей, карта старшего аркана Колесницы и карта шестерки чаш. В общем-то, три замечательные карты. Для многих из вас это новые начинания, это старт в каком-то важном деле. Вы что-то пытаетесь запустить, но вот это что-то новое пока связано с какими-то проблемами, возможными трудностями. Из-за этого вы где-то нервничаете, вам где-то тяжело контролировать свои эмоции. Постарайтесь ни с кем не ругаться. Почему? Потому что у вас очень большие амбиции, вы несетесь как ветер. Да, вы во многом проявите инициативу, потому что считаете, что все в вашей жизни зависит от вас самого или самой. Но в отношении близких вы можете проявлять нетерпение. Что-то можете высказать, не подумавши, потом об этом жалеете. Для многих из вас это возможные дороги в этом периоде. Поездки для кого-то связаны с работой, с вот этими самыми новыми начинаниями, а для кого-то поездки связаны с отдыхом. Почему? Потому что рядышком выпала карта родных и близких. Может быть, ваших хороших или старых проверенных друзей, тех людей, которых вы захотите увидеть. Для многих из вас это быстрые сборы, вот нервы как раз из-за вот этих самых дорог, но в конечном итоге все разрешится положительно. Это карта воспоминаний, ностальгии, то есть с кем-то встретившись, вы вспоминаете старые добрые времена, что-то вместе обсуждаете, чему-то радуетесь. Для кого-то из вас это может быть организация вашего собственного дня рождения. Кто-то из родных и близких готов в отношении вас проявить заботу. Готовы вас в чем-то поддержать. Есть те рядышком с вами, кто вас любит. У кого-то есть детки от прошлых отношений. Я вижу, что своих детей где-то вы воспитываете в строгости, но и в то же время вижу вашу безграничную любовь и желание помочь своему ребенку или детям. У тех, у кого есть детки, ваши дети не помеха для новых отношений. Почему? Потому что многих из вас по этим картам ждут совершенно новые встречи, свидания, знакомства. И с этим могут быть тоже связанные дороги. Может быть, вы с кем-то были на расстоянии, возможность увидеться, возможность друг к другу прикоснуться. Многие из вас в этом периоде смогут совместить приятное с полезным, то есть те, кто работает, ваша работа ни в чем не пострадает, в делах, в работе скорость, но и отдохнуть вы тоже сможете. Я вижу ваше желание в любых ситуациях занимать лидерские позиции, и вам это удается. Давайте теперь посмотрим в центр, в сердце вашего расклада. И здесь мы увидим основные события вашей жизни. В
В центре расклада мы видим карту короля чаш. Если говорить о мужчинах-близнецах, то эта карта может показывать вас собственной персоной и то, что вы человек очень творческий, где-то ранимый. Для многих вы можете быть прекрасным другом, хорошим собеседником, и другие у вас могут спрашивать совета. К вам могут приходить поплакаться в жилетку, рассказать о своих проблемах. Кого-то из мужчин эта карта может показывать как человека влюбленного. И вы хотите что-то менять в своей личной жизни. Но если меня смотрят семейные мужчины, по этой карте показана ваша преданность в отношении дома, любимой женщины, но вами могут интересоваться и другие дамы из внешнего мира. В рабочей среде многое зависит от вас самого. Для тех, кто работает, это карта приятных разговоров, хороших возможностей и стабильных доходов. Для тех, кто не работает, это возможность работу найти. Но, скорее всего, с помощью мужского лица. Рядышком с вами есть такой друг. Или, как подсказка, карты могут говорить о том, что ищите работу с мужским руководством. Если говорить о женщинах, то на вашу жизнь в этом периоде может влиять два мужчины. Это может быть кто-то из вашего ближайшего окружения, родственник, друг, знакомый. А для кого-то это может быть коллега по работе или начальник. Но такое впечатление, что два мужчины по поводу вас ведут диалог. Эти люди вам способны чем-то помочь, но из внешнего мира в отношении вас идет очень много сплетен. Вас обсуждают. Кто-то вам может завидовать и провоцировать вас на конфликты. Это могут быть и ваши конкуренты, которым неспокойно из-за того, что у вас все нормально. Поэтому конфликты с кем-то неизбежны, но даже в какой-то сложной ситуации вы найдете выход, вам здесь кто-то помогает. Эта карта вас лишний раз предупреждает о том, что враги есть. Далеко не каждому доверяйтесь, осторожничайте. Такое впечатление, что вас в любой момент кто-то может подставить, подсидеть, и вы волей или неволей втянуты в борьбу. Вернемся к дому ваших финансов. В дом денег для вас выпала карта короля жезлов. Если говорить о мужчинах, эта карта лишний раз говорит о том, что заработать вы сможете и доходы у вас будут очень хорошие. Но, скорее всего, вы свои доходы сможете увеличить, объединив свои усилия еще с каким-то мужчиной, скорее всего, которого вы знаете. С одной стороны, к вам могут поступать неплохие предложения, но в то же время вас могут в чем-то использовать, либо давать вам не совсем верную информацию. Поэтому все стоит тщательно проверять. Для женщин вот эта карта лишний раз подтверждает то, что финансово вас поддержит мужчина или через мужчину к вам поступают деньги. Для тех, кто в поиске работы, работу вы 100% найдете, даже те, кто сидят на пенсии, либо в силу других обстоятельств вы не работаете. Как совет, карты говорят о том, что стоит обратиться за поддержкой мужского лица, но если меня смотрят мужчины-близнецы, то все здесь зависит от вашей активности. Свое финансовое положение вы можете улучшить, и для кого-то это могут быть даже интересные дополнительные источники доходов. Давайте посмотрим теперь на скрытые факторы на ближайшее время, что может помочь или наоборот, что может помешать. Четверка чаш, 10 жезлов и 10 мечей. Обращаю ваше внимание сразу на то, что две карты мечей, две карты острые и сложные, они говорят о напряжении, о том, что есть и какие-то старые проблемы, это и новые, которые могут добавляться. По этим картам к вам кто-то идет на помощь, вам кто-то предлагает свои услуги, но такое впечатление, что вы тут не всем доверяете, либо вы уже обжигались. Прослеживается патологическая усталость. У кого-то здесь может начаться беспокойство по здоровью, то есть обострение хронических заболеваний. Поэтому будьте бережны, внимательны в отношении своего личного здоровья. Для кого-то это может быть резкие недомогания, потери энергии, и вам просто нужно будет отлежаться, отдохнуть. Такое впечатление, что вам не хватает отдыха. Вы помогаете кому-то, либо что-то пытаетесь сделать в ущерб самому или самой себе. Но все-таки эти карты говорят о том, что в вашей жизни есть относительная стабильность, но
также в ближайшем времени появятся и какие-то новые обстоятельства, будут какие-то перемены, но для вас сложные. Давайте все-таки в отношении этих перемен возьмем дополнительную карту. Одна карта для того, чтобы немножечко прояснить ситуацию. Скорее всего, это то, что касается работы, возможно, вашей зарплаты. Для кого-то это могут быть вопросы, связанные со вложениями, с новыми начинаниями, либо с образованием. У кого есть детки, может быть, это их образование, из-за которого вы можете огорчаться, и финансовые сложности. То есть деньги вы вроде бы как можете заработать, но эта карта предполагает все-таки материальные, то есть есть переживания из-за денег. Также, как совет, эта карта говорит о том, что даже если уже имеется такая ситуация, не стоит падать духом, не стоит отчаиваться, потому что эта карта очень терпеливых людей, которые умеют ждать, которые умеют трудиться, и тех людей, которые не падают духом. Давайте теперь посмотрим, чем для вас завершится именно эта неделя. На завершение этого периода для вас выпала карта старшего аркана Шута. И то, что касается выходных, для многих из вас это совершенно спонтанный отдых. Это может быть неожиданные встречи. Это могут быть для кого-то неожиданные знакомства. Многих из вас эта карта показывает как людей очень авантюрных, желающих вот этих самых перемен, но вы слишком многим рискуете. Кто-то из вас пытается начать новое дело, возможно, вы какой-то проект сейчас только обдумываете, какая-то идея только зарождается в вашей голове, но сейчас либо еще не время, либо вам над какими-то процессами нужно поработать. Ваши идеи имеют место быть в будущем, но пока нет хорошего фундамента под ногами. Прекрасная карта для дорог, для путешествий, для новых знакомств, для нового образования, тех, кому предстоят экзамены, поступления. Вот эта карта может говорить о том, что у вас нехватка знаний. И это негативная сторона этой карты. Если вас ждет тестирование, поступление, к чему-то вы недостаточно готовы, и в чем-то вам свои знания нужно подтянуть. Возможно, вы самоуверены, либо слишком уверены в том, что что-то получится, но в конечном итоге что-то может пойти не так. Поэтому стоит лучше подготовиться. Давайте теперь возьмем для вас карту основного совета. И для вас выпала карта старшего аркана юстиции или карта правосудия. Это карта причин и следствий, и она говорит о том, что вы должны творить добро. Поступайте с людьми так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Даже если в вашей жизни в этом периоде возникнут какие-то сложности, или они имеются сейчас, вы ранее сами где-то допустили ошибки, что-то не учли, что-то не доработали. Теперь эти ошибки пришло время исправлять. По этой карте на чашах весов вашей жизни может стоять очень многое. Поэтому не повторяйте ошибок прошлого. Возможно, у тех, у кого есть какие-то вопросы, связанные с госструктурами, открытые судебные процессы, вы ждете каких-то бумаг или важной информации, вам понадобится помощь квалифицированных людей в том вопросе, который для вас важен. Одному или одной вам не справиться, и на что-то понадобится гораздо больше времени, чем вы думаете. Для кого-то это открытые процессы, в которые нужно вносить ясность. Кого-то из вас эта карта может призывать к тому, что пришло время переоформить какие-то документы, либо привести в порядок какие-то старые бумаги. Давайте теперь возьмем карту ответа на ваш вопрос «Да» или «Нет». И для вас выпала карта короля монет. Конечно же, ответ «Да». Прекрасная карта для мужчин. Она говорит о том, что очень много в вашем вопросе будет зависеть от вас самого, а для женщин в вашем вопросе что-то будет зависеть от мужчины. Хорошая карта для бизнеса, для вложений, для дел и для работы, но и для любви. Эта карта может говорить о стабильности. Если вас волнуют вопросы долгов, вы задавали вопрос, отдам ли я деньги, погашу ли я какой-то кредит, да, вы сможете это сделать. Если должны вам, то с вами также будут рассчитываться. Те деньги, которые вам должны, вам отдадут.
Карта благоприятна. И давайте возьмем еще одну карту как дополнение и спросим, что еще вам нужно знать в этом периоде. Для вас выпала карта короля мечей. Эта карта может показывать мужчину, официальное лицо, то есть для кого-то это может быть ваш начальник, для кого-то это может быть человек-врач, для кого-то это просто статусный человек, имеющий определенную должность. Возможно, в этом периоде с этим человеком у вас будут какие-то переговоры, и от этого мужчины что-то зависит. Разговоры напряженные, но что-то нужно разрешить. Мужчинам в делах и в работе нужно проявить характер. Вы показаны как люди, борцы за справедливость. И для мужчин-близнецов это карта вашей собственной персоны, которая говорит о том, что в этом периоде вы очень многое способны исправить самостоятельно или подкорректировать. А для женщин вот эта карта может говорить о том, что вам стоит обратиться за помощью к мужчине, либо с помощью мужчины вы что-то сможете решить. В раскладе выпало очень много фигурных мужских карт. Мы видим сразу 4 короля. А это может говорить о том, что вы, может быть, находитесь в центре какого-то спора, либо у вас у самого или самой есть спорный вопрос, но для женщин вот эту сложность вы сможете решить с помощью мужских лиц. Или где-то в делах вам даже нужно проявить мужской характер. Вот такая вот дополнительная информация. Уважаемые близнецы, у всех тех, у кого в этом периоде намечаются дни рождения, я от души поздравляю вас с вашим светлым праздником. Пусть сбываются ваши самые заветные мечты и желания. Всем вам весеннего настроения и здоровья. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто не успел подписаться. Пишите в обратных сообщениях, как информация для вас проигралась. А я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду в следующих недельных прогнозах. А сегодня всем удачи и до свидания.